Металлоискатели Minilab Vanquish 440 и 340 комплектуются одинаковой катушкой. Называется она V10. Ее размеры 25 на 18 см. Позиционируется она Minilab как универсальная катушка средних размеров. Учитывая, что катушки у Vanquish 440 и Vanquish 340 одинаковые, выясним, есть ли у них разница в дальности обнаружения монет. Vanquish 440 с родной катушкой V10. Чувствительность на максимуме, громкость на максимуме, режим монеты, сегмент железа включен. Проверяем глубину. Итак, 5 копеек Екатерины. Порядка 37. 1 гривна. Порядка 37. Дореформенная копейка. Двадцать шесть. И наконечник. Двадцать восемь. Vanquish 340 с родной катушкой V10. Чувствительность на максимум, громкость на максимум, режим монеты. Проверяем глубину. Пять копеек Екатерины. Тридцать три. Одна гривна. Тридцать четыре. Одна копейка дореформенные советы. Двадцать три, двадцать четыре. И наконечник. Порядка двадцати двух.